Погиб на работе. В Владимире проводится доследственная проверка по факту гибели монтера на рабочем месте. Несчастный случай произошел 26 ноября в Юрьевце на подстанции номер 30. Мужчина получил удар током во время демонтажа и замены оборудования. Монтеры находились, ну, на стене у них располагаются, да, подстанция, потом на стене ячеечки, в ячейках вот оборудование. В принципе, отключалось это оборудование, и вот работник, электромонтер, выполнял свою часть работы. Очевидец, который находился рядом с ним, говорит, что просто услышал хлопок и фактически чуть не отбросил там сотрудника от оборудования. 62-летнему мужчине пытались оказать помощь, но он умер на месте. У монтера диагностирована электротравма. Сейчас Следственный комитет и надзорные органы выясняют, как выполнялись работы, под чьим контролем находились электромонтеры и, самое главное, есть ли в этой ситуации признаки состава преступления по статье «Нарушение требований охраны труда». Уже известно, что все сотрудники были трудоустроены официально.